Мы играем партию на ческом. И наш соперник это Юрий Айропетян, гроссмейстер из России. И он избрал, скорее всего, староиндийскую защиту. Нет, Грюнфельд. Ну давайте, собственно, уже 5 вариантов сыграем. Хотя зачастую тут довольно-таки тоскливые позиции получаются. Посмотрим. Е3 пока что. Слон Е6. И здесь А4. Разбирал этот ход иногда по анализу. И если бы черные не пошли опять, то я бы сам сделал этот ход. И получил бы довольно-таки активную позицию с идеей ферзя А4. Но соперник играет абсолютно верно. Мешает моему плану. И мне придется отыгрывать пешку c4 как-то по-другому. Наверное, конь d2 нужно здесь сходить. Почему слон h6 я не до конца понял, на самом деле, идею этого хода. Почему не на g7, а именно на h6? Что имел в виду соперник? Так, а вот здесь он уже создал мне угрозу взятия на g2. Давайте сыграем король d2. Это авантюрно, но я хочу перекинуть ладью на королевский фланг и попробовать достать его короля каким-то образом. Так, а он не дает мне покоя по центру. Что если конь b6, ладья a6, там ничего похоже нету. А он грозит cd, cd и ферзь d4. Неприятная угроза. Похоже, придется размениваться. Иначе наш король совсем под раздачу попадает. Я думаю, не настолько безнадежный будет эндшпиль. Мы всего лишь без пешки, а у него есть слабости, например, на b7, куда мы можем надавить после ладья b1. Есть контр-игра определенная, если произойдет размен ферзей. Так, а вот здесь, возможно, я поторопился. Стоило взять пешкой Е, чтобы не дать коню залезть на b4. Теперь он беспрепятственно это сделает. Но пока что все равно сходим ладья b1, на конь b4, король e2. И будет идея взять на a5. Ну, гроссмейстер это видит и создает мне контр-угрозу. На c3 сходить. Давайте король d3 вернемся. Ладья c8, наверное, последует. Ловушка. Нельзя ладья b7 из-за конь b4. А нет, он возвращает коня на b4 пока что. И снова у меня есть угрозы хода конь a5. Так, дает возможность мне это сделать соперник. Если конь a5, ладья a5, ладья b4, проблем нету. А если на конь a5, ладья c2, король f3. Что он имеет в виду на этот вариант? Ну, по крайней мере, сейчас я ничего не вижу за черных в этом варианте, поэтому пробью. Ушел. И взял на b4. Отыграна пешка. Ага, ладья f5. Так, ну а дальше куда он хочет? Допустим, сюда в центр пошел. Если честно, в данный момент моя позиция мне даже больше нравится. Как-то поактивнее, что ли, у меня фигура расположена. Оказываю давление на пункт b7. Так, а это он мне хочет матовые сети тут создать. Хитрец. Так, могу я сейчас убить или нет? Время уже особо нету думать. Убил. Не вижу, как он мне мат поставит. Поэтому и решился на это. Так, слона уводит. Ладья 1 быстро перебрасываем. С идеей двигать А5. H5. Ну, сюда. Что он мне там строит? Я не пойму, по центру на королевском фланге. Неужели мат хочет поставить? Наивный какой. По-моему, бесполезное это занятие. Моя пешка гораздо быстрее пройдет. Похоже, ощутил Юрий всю тягость своей позиции.
Е5. Еще одну жертву. Да что ж такое? Не дает мне тут расслабиться ни на секунду. Ладно, взял пешкой. Как останавливать мою пешку А? Думает соперник. И похоже, пока что ничего не находит. А вот F6 нашелся ход. Так, D6. E6, точнее. Как-то опасно вроде. Ну ладно, сыграю E6. Хочу еще E7. Две проходные создал. Слон. Так, нельзя. Ладно, взял. Надо быстрее играть уже. Ушел. Ушел. И хочу А6. Ну, вроде успеваю этот его выиграть. Ничего мне не грозит особо. И ставлю мат следующим ходом. Ну, где-то допустил соперник контр-игру. Возможно, зря он отдавал пешку на А5, который отыграл за счет тактики. И, естественно, его попытки поставить мат не увенчались успехом. Он просто подарил мне, наверное, 5-6 лишних темпов. И это уже оказалось серьезная ошибка с его стороны. Не смог он удержать пешку А. Пытался подкрутить, но король Е4 был недосягаем.